Я думаю, это мы неделю проведем, разбирая основы учения Иешуа. И мы будем разбирать основы учения с точки зрения иудейского взгляда на мир. Но когда мы говорим иудейский взгляд, мы не имеем в виду раввинистический иудаизм, мы имеем то, что открыл Творец своему народу в Танахе, так как мы это можем понимать сегодня. Я странный преподаватель, который будет периодически задавать вам вопросы. И, в общем-то, они будут не риторическими, мне желательно для того, чтобы вы еще и отвечали на эти вопросы. Да, микрофон. Да? Хорошо. Кто-то учит английский язык или просто тренируется на мне. Я рад. Итак. Начнем мы с духовных оснований мира. Духовные законы и ответственность за наше решение и нашу жизнь. Это первое такое вводное занятие у нас будет. Когда мы будем говорить о том, как устроен мир, то хотелось бы понимания, как вы понимаете устройство этого мира. И как Писание говорит на то, как устроен этот мир. В общем-то, преобладающих мировоззрений достаточно мало, всего лишь три на Земле. Мы немного поговорим об этом, для того, чтобы вы имели представление о том, как вы когда-то смотрели на устройство этого мира, как эволюционировало, может быть, мировоззрение, мы поговорим немного. И что Библия нам говорит о том, как устроен этот мир. Сам термин мировоззрение, он очень интересен. Это какое-то зрение на мир, ваше зрение. Вы находитесь в городе Одесса, да? Солнечный город, много отдыхающих. А солнечные очки никто из вас не носит? Окей, хорошо. А бывало у вас такое, что вы загораете в солнечных очках и потом пошли в воду и забыли их снять? Бывает, да? Достаточно хорошие очки, вы перестаете их чувствовать. И знаете, что интересно в солнечных очках? Вы видите все происходящее не в натуральных красках. То есть есть нечто, что изменяет натуральные цвета, которые есть. Да? Но вам достаточно комфортно, да? Да. И вот точно так же мировоззрение. Это некая призма, через которую вы смотрите на мир. И призма, она мир не меняет. Правильно? Очки же не изменяют ничего из происходящего. Они изменяют только что-то для вас. Но на сам мир они никакого влияния не оказывают. Это понятно? Ну, все достаточно просто. Таким образом, ваш взгляд на мир – штука достаточно субъективная, не меняющая реалии происходящего в мире. Вы просто так представляете. Нужно понимать, что мы родились в стране с вами, на территории постсоветского пространства, и здесь преобладающее мировоззрение было материалистическое. Ну, или атеистическое, или, если сказать совсем так, чтобы было красиво, секуляристическое. Ну, всем понятен термин материализм или атеизм. Атеизм – это отрицание теизма. Мы будем говорить немножко о теистическом мировоззрении. То есть теизм нас будет тоже интересовать. Итак, мировоззрение, оно состоит из ваших представлений. Мировоззрение состоит из ваших представлений.
Вы уже давно не помните, где вы взяли эти представления. Может, и помните. Но все ли представления вы помните, где вы их взяли? Кто-то, обладающий авторитетом, сделал какое-то заявление, да, и вы его приняли в своей жизни. Ну, или вам просто понравилась эта идея, или вы представили, что именно так обстоит дело в этом мире. Скажите мне, пожалуйста, в какой стране самое большое население в мире? Отлично, спасибо большое. А какая страна вторая по населению в мире? Угу. А насколько там меньше людей? Намного, да? Насколько? В половину, да? А кто первый сказал Индия? Ну, в следующем году на самом деле решают, кого уже будет больше, китайцев или индусов. Знаете, сколько китайцев? Хорошее представление, да? О чем мы сейчас говорим? И их миллиард чем-то, да, по-вашему? Больше. О чем мы сейчас говорим? О представлении. Мы достаточно быстро ответили, китайцев больше всех. Оказывается, скоро индусов будет больше, чем китайцев. И вот больше, это сколько? Понятно? Ну, завтра, я думаю, что вы узнаете. Некоторые сейчас решили узнать об этом в интернете. Ну, проверьте, проверьте. Итак, представление. И иногда проблема в нашей жизни начинается с тем, что мы, в общем-то, меняем представление. Пожалуйста. Итак, мы меняем наше представление. Вы стали верующим и обладаете теперь представлениями только уже другого характера. Они могут быть правильные, а могут быть. И есть единственный критерий, по которому вы можете определить это. Библия. Okay. Тот, кто все сотворил, тот точно знает, как он это все сделал и как это работает. И все свои представления мы можем сверять только с Писанием, если мы говорим о, в общем-то, о том, что мы верующие. В прошлом году я проверял, и я этот эксперимент делал у вас в классе уже несколько раз. Еще хотите проверим? Сколько лет было отцу нашему Якову, когда он боролся с Богом? Декан не отвечает на вопросы. Ну, в этот раз, ладно, уже давайте, говорите. За всех ответьте уже. Все, вам можно. Ну, сколько? Опять. А это говорит о чем? Нет, точно нет. Нет. О том, что вы сами не проверили мои слова по Писанию. Поэтому у вас домашнее задание. Завтра мне сказать, сколько было отцу нашему Якову, когда он боролся с Богом. Еще раз. Проверить по Писанию. Вы можете взять конспект, только вам нужно взять, открыть все места Писания. И учтите, что в прошлый раз я спрашивал, когда он пришел в дом Лавана. А в этот раз я спросил совсем другое. Да.
Да. Но в прошлый раз была речь о доме Лавана, а в этот раз? Да, вот. Видите, чувствуете разницу, да? Давайте не будем торговаться. Понятно, да? С представлениями понятно? Итак, вопрос очень простой. У нас был набор представлений, которые мы не проверяли. И иногда в нашем наборе представлений содержались представления, взаимоисключающиеся и противоположные. Еще раз. У одних и тех же людей в голове есть представление. Если вы одно представляете, то второго представлять уже точно не можете. Ну вы же нормальные люди, а? Вы же не можете одновременно представлять, что Бог есть и Бога нет. Вы же должны представлять что-то одно. Если вы представляете, что Бог есть, то вы уже не можете представлять. Иначе это шизофрения, раздвоение личности. Одна часть ваша говорит о том, что он есть, а другая о том, что его нет. Понятно, да? Но вы были нормальными людьми, вы абсолютно спокойно понимали взаимоисключающие вещи. И это был набор ваших представлений. Скажите, пожалуйста, до того, как вы верили в Бога, вы были кем? Материалистами. Я правильно понимаю? Нормально. Все здесь были материалистами. Скажите мне, пожалуйста, а кто из вас был суеверным материалистом? Немножко, да. Нормально немножко. Объясню вам еще раз популярно. То есть, как материалисты, вы отрицали духовный мир. Как здоровые люди, вы верили в суеверие. Отрицая духовный мир, вы его тут же признавали. Да, и при этом вы не чувствовали чувствовать дискомфорта. У вас был просто набор определенных представлений. И, вы понимали, что вот так вот вроде нормально, и не анализировали свои представления, как одни представления соотносятся с другими представлениями. Нормально. Дальше. Когда вы пришли в Царство Божие, когда вы стали верующим, ваше мировоззрение поменялось? Конечно, нет. Объясню вам. Там что-то интересное? Это же домашнее задание. Не надо его делать в классе. Поверьте, в одно касание не получится. Уже походу да? Отлично. Надо будет потратить немного времени. Итак, ваше мировоззрение не изменилось, мой хороший. У вас появился новый набор представлений. А преобладающее мировоззрение осталось тоже. Достаточно часто, мы сейчас попросим пастыря подтвердить мои слова, люди, которые обращаются к вере в Бога, приходят пастырю и спрашивают: хорошо, а как нам жить дальше? Вы были такими же, да? Задавали такой вопрос? Нет? Есть такие люди, которые приходят. Да. Через 10 лет стали спрашивать. Тоже нормально. Если вы встретили верующих, к примеру, из Африки или Индии, они таких вопросов не задают. Знаете почему? У них другое мировоззрение. У них мировоззрение анимистическое. То есть они знают, что мир изначально духовен. И они верят в духов. Понятно?
мир духовен, и не понимает, что за всем происходящим в этом мире стоит кто? Духи. Ну, они так вот выросли. Вы выросли в том, что Бога, извините меня, нет, а они выросли в том, что духи такие есть. Их представление о мире сильно отличается от вашего представления о мире. Таким образом, они узнали ответ, как на самом деле выглядит духовный мир. У них все стало на свои места, и поскольку они знают теперь точно, как выглядит духовный мир, они нашли все ответы на свои вопросы, они знают, как им жить. Они знают, какой на самом деле духовный порядок. Это понятно. Вы выросли в материалистическом обществе, где все, в общем-то, зависело, извините меня, от вас. Вы должны были что-то делать, как-то жить, какие-то действия производить. И духовный мир вас интересовал. Но теперь вам говорят, как на самом деле устроен духовный мир. Вы говорите, классно, это хорошо, а жить-то как дальше? Чего делать-то? Вот мы его делали так, а теперь как мы должны делать? Понятно, откуда продиктован вопрос? Вторая часть, связанная с вашим материалистическим мировоззрением, как мы представляем Творца. В большинстве случаев преобладающее мировоззрение у номинально христианской страны Творец, он не вмешивается в дела своего творения. Ну, нам рисуют мужика с бородой на небе, который внимательно наблюдает за всем происходящим внизу, ну и в крайнем случае бьет кого-то палкой по голове, когда тот неправильно что-то делает. А так он вообще не вмешивается в процессы. Ну что, вы по-другому представляли? А как вы думали? Отлично, что вы о нем думали. Отлично, что вы о нем думали? И, ну хорошо, и где он там где-то есть. Хорошо, рядом что делает? Еще раз. Рядом что делает? Наблюдает, смотрит. Ну хорошо, не на небе, рядом просто стоит и смотрит. Ну смотри, как хорошо. Да понятно, что он делал? Как? Ну и что дальше? А когда не обращались, не мешал. Ну отлично, я понял. А когда не обращались, он не мешал просто. Еще раз, смотрите, о чем мы говорим. Он какой-то странный был. С добрым лицом, но странный. Если попросить, он поможет. Не попросить, мешать не будет. Понятно, о чем я говорю? Для тех пацанов, ну, которые там в Африке бегают, или в Индии живут, за всем происходящим стоит кто-то, какой-то духовный мир. И они понимают, что ничего не происходит без того, что духовный мир двинулся. А у нас мы живем себе нормальной жизнью, но если совсем плохо, мы обращаемся, он нам помог, ну все, живи себе дальше, отлично, не мешаешь. Вопрос не в этом. Представление. Вас никто не обвиняет в том, что вы такие были. Я объясняю представление. Понятно, о чем идет речь? Мы как-то представляли. Другие люди представляли это иначе. Но наше представление мир-то не меняет. Мир не меняется от того, как мы себе его представляем. Он остается быть тем же самым, и работает по тем законам, которые Творец для него установил. И нам важно понимание этих законов.
Зачастую люди говорят, главное, чтобы Бог был где? В душе, в сердце. Но они для него определили место. Они просто определили для него место. И вы знаете, я всегда таких людей спрашиваю. Извините меня, пожалуйста, а для кого это главное? Ну вот вы говорите, что главное, чтобы он был вот там. Я говорю, для кого это главное? Для вас или для него? Вы сможете, придя к нему на небо, объяснить, что для него главное? Вы можете ему доказать, что на самом деле для него является главным и чем он должен заниматься? Или, может быть, вы займете место творения, а Творцу предоставите определять, что главное? Понятно, о чем мы говорим? Другими словами, мы должны понимать, как он устроил этот мир, как он желает, чтобы мы жили, а не мы будем определять, что главное и как должно быть. В истории Израиля Израиль один раз попробовал это сделать. Они создали тельца. И решили, что вот Бог твой Израиль, вот, ну вот так ты отлично выглядишь. Вот мы себе представляем, что ты вот такой, вот он. И они поклонялись не другому Богу, они говорили, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли. Они же только что вышли, они были в курсе, кто это. Они говорят, вот выглядит отлично, почти такое же лицо. Они говорят, ну, правда там что-то случилось. Да? Ну, опять проверим представление. Это же представление. Мы же представляем себе. Итак, Израиль выходит из Египта. Угу. Доходит до горы под названием Синай. Хорошо. Отлично. Потом что-то происходит. И там два важных события. Израиль получает книгу закона и скрижали завета. Это два различных предмета. Ну, понятно, что книга выглядит не совсем так, как скрижали. Это понятно? Отличается. Информация в книге несколько больше, чем информации на скрижалях. И меня интересует, а что Всевышний дал раньше? Книгу или скрижали? Как ты думаешь? Книга или скрижали? Неважно. Скрижали раньше. Книга раньше. Скрижали. Отлично. Книгу хорошо. Согласен. Я потом расскажу. Книга, книга, хорошо. Вы определились, кому? Да? Что было раньше? Скрижали или книга? Скрижали, конечно, скрижали. Ну и как вы видите, в одной и той же аудитории... Подождите. Сейчас не надо выяснять, что он дал раньше. Поверьте. Что? Не главное, что дал он? Не, подождите секундочку. Этого я не говорю. Сейчас нам нужно... понимать другую часть. Мы находимся в одной общине? А? Мы читаем одну и ту же книжку? Не, вопрос не в этом. Представление. Представление, не надо путать. Представление разное. Одни из вас считают, что раньше он дал книгу, другие считают, что раньше дал скрижали. Откуда мы можем узнать это? Из книги. Отлично, хоть уже знаем. Хоть знаем, как книга называется? Библия. Отлично. Хорошо. Я подскажу вам больше. Надо будет открыть Тору
открыть книгу под названием «Исход», «Шмот», и до завтра выяснить, что же он дал раньше. Книгу или скрижали? Ну, проверим просто. Что? Это домашнее задание. Сейчас выполнять его не надо. Да? Естественно. Вот проверим на завтра, насколько это естественно. Послушайте. Услышьте меня, пожалуйста. Друзья мои, важно знать, это важно знать, это насколько вы внимательно читаете Писание. Вы сказали очень важное слово. Естественно, скрижали. Я не возражаю против него, вы проверите просто, насколько это естественно. Но вы должны представлять себе следующее. Ни один человек не думает, что он представляет неправильно. Все же думают, что они представляют себе естественно правильно. И те, кто сказали книга, считают естественно книга. А вы считаете естественно скрижали. Но кто-то из вас двоих, извините меня, точно не прав. Еще раз, кто-то из вас двоих просто точно не прав. Надо посмотреть, причем не сейчас. Это домашнее задание. На это уйдет некоторое время, которое мы сейчас тратить не будем. Поэтому я понял. В прошлые разы я это все вам рассказывал. Ну да. Окей. И я понял, что я могу сэкономить некоторое количество времени, переложив эту всю работу на вас. Вы можете мучить тех людей, которые были, чтобы они вам рассказали, где надо читать. В противном случае вам надо будет читать несколько больше. Просто больше. Окей. Итак, представление. Став верующими, вы, я не знаю, если вы честно положите руку на сердце, испытываете периодический дискомфорт, общаясь с неверующими людьми. Они вам задают некоторые неловкие вопросы, на которые вы не всегда можете найти ответ. И поэтому нам нужно будет разобраться с их мировоззрением, нашим мировоззрением, для того, чтобы мы понимали, насколько их мировоззрение правильное или неправильное, и насколько наше мировоззрение правильное или неправильное. Вы должны достаточно ясно себе представлять устройство мира, законы, которые Всевышний дал этому миру. И почему мы имеем такое представление? И какое представление имеют те люди, которые не пришли к познанию Творца? И вы знаете, на этой земле нету людей неверующих. Все люди. Вы знаете, есть люди, которые верят, что Бога нету. Кто они после этого? Верующие. Подождите секундочку. Они, еще раз внимательно, они верят в то, что Бога нету. Кто они? Верующие. Верующие. Они верят. Вы верите? Тоже верующие. Теперь вопрос. Откуда вы знаете, что он есть? И откуда они знают о том, что его нету? Представляете? Но представление, основанное на фактах, перестает быть представлением. И наша вера, она основана на фактах. А их представление основано на представлении. И это нужно увидеть. Затем короткий перерыв. И мы после перерыва попробуем продолжить. Хорошо? Быстренько разберем вопрос мировоззрения.
которое существует и к которому принадлежим мы. Достаточно просто будет нам разобраться со ниже следующим. Есть три преобладающих мировоззрения. Анимизм, атеизм и три. Понятно, да? Анимизм. Анимизм – это духовный мир. Мир прежде всего духовным. За всем происходящим стоят определенные духи. Природа мира духовна. Здесь природа мира бездуховна, материальна. Ну, соответственно, материализм отрицает наличие любого духовного существования. Духов они не признают. Эти ребята, наоборот, понимают, что природа прежде всего духовна. Посмотрим на два этих мировоззрения и убедимся, что они диаметрально противоположны, но братья-близнецы. В основании этого мировоззрения заложен дуализм или двойственность. Такой значок вам что-нибудь говорит? Инь-янь. Очень интересно в том, что неизвестно, кто из этих поборет другого. Если они борются друг с другом, и добро перетекает в зло, и зло перетекает в добро, да? Это два противоборствующих начала. Угу. Неизвестно из них, какое хорошее, какое плохое. Неизвестно, кто из них победит в конечном итоге. Могут ли быть при всем этом какие-либо законы? Какие? Кто их устанавливает? Когда мы говорим о законе, то мы подразумеваем, что кто-то должен установить этот закон. Правильно? А тут кто устанавливает закон? Некто. Какой это дух, а какой? Инь или янь? А? Главный? Тогда вы приходите к тому, что кто-то есть старше этих двоих. Понятно, да? То есть законов здесь по идее нету. Неизвестно, что есть добро, неизвестно, что есть зло. Если это неизвестно, отсутствуют законы и отсутствует нравственность. А может ли в такой системе быть конечная цель? Неизвестно, кто победит. Не, она просто отсутствует. Расплывчатое это есть, но непонятно. А здесь конечная цель вовсе отсутствует. Понятно, отсутствие закона, отсутствие нравственности, отсутствие конечной цели. Как удобно жить в такой системе? А что удобно? Отсутствие, послушайте, скажите мне, пожалуйста, отсутствие причинно-следственных связей, удобная система? Да? Да, только вас завтра взяли, ударили палкой по голове. А просто так, отсутствие причинно-следственных связей. Причем вы пытаетесь установить за что, а просто так. Как, нравится? Почему? Это же удобно. Уже не нравится. Хорошо, окей. Для человека свойственно понимать причину и следствие. Тогда понятно, как жить. А если вы сегодня сдаете в отчет в налоговую инспекцию, он говорит, хороший, все, вопросов нет. В следующий раз приходите, вас штрафуют. За что? За то, что сдали отчет. Не сдаете, штрафуют за то, что не сдали.
Где? Ну, логика. Какая логика? Нету причинно-следственных связей. Система пригодна для существования? Нет. Отсутствие конечной цели. Живете для того, чтобы жить? А смысл? Тогда вы, извините меня, животное с большим ртом и животом. Я даже не буду продолжать, что вы еще делаете после этого. Ну, да. А потом получаете приказы, идете его выполнять. Мыслительный процесс заканчивается, знаете где уже. Итак, когда мы смотрим на материализм, то в основании тоже заложен логический конфликт. То есть, основной постулат материализма – материя первична и вечна. Но закон энтропии говорит о том, что всякая система и материя стремится к распаду, а значит, она не может быть вечной. Да. Здесь логическая ошибка в основании. Законы, отлично. Теория эволюции – это теория хаоса. У хаоса есть законы? Как только появляется закон, он перестает быть хаосом. Закон у нас отсутствует. Нравственность. Присутствует нравственность? Да, мои хорошие. Потому что прагматизм заменил нравственность. Что для меня хорошо, то хорошо. А что для меня плохо, то, соответственно, сами понимаете. Ну, а цель у хаоса? Извините меня, я же предупреждал, что братья-близнецы. Казалось бы, ну, системы противоположны. Но по сути, если мы смотрим на ответы, которые они дают личности, обе системы непригодны для жизни. Потому что как человек вы стремитесь к пониманию своей цели, для чего я живу. Ни одна из этих систем не может дать вам ответа. Какие причины следственные связи? Что есть добро, что есть зло? Понятно? Эти системы не могут ответить. Лишь теизм дает понятие Творца. Который установил законы, дал нравственность и определил конечную цель. Понятно? Лишь в теизме есть понятие добра и зла. Когда мне говорят, это несправедливо, я говорю, простите, вы материалист? Да, вы не можете пользоваться этим понятием. У вас справедливость относительна. Все понятия в данных системах относительны. Здесь они абсолютны. Добро и зло, оно не относительно, оно абсолютно. Нужно понимать, что добро, оно коренным образом отличается от зла. И ни в коем случае вот эта идея, вот здесь неприменимо. А эта идея является частью вашего мировоззрения. Извините меня. Хорошо, если вы от нее отказались. Еще раз, только медленно. Вы слышали что-нибудь про борьбу добра со злом? С детства? Отлично. Определились, когда эта идея к вам в голову пришла? Да, отлично. Да. Сказки. Мультики. Отлично. А вы знаете, что добро абсолютно спокойно может существовать без зла? Тогда с кем? Кто борется? Добро с добром будет бороться? Если мы посмотрим на творение, то все было создано как? Хорошо. И понадобилось что-то испортить, чтобы появилось. Нужно
для зла нужно добро, чтобы его, извините меня, испортить. Тогда появится зло. Зло не самостоятельная вещь. Злу необходимо добро. А вот добру зло абсолютно не надо. Понятно, о чем я говорю? И в конце, извините меня, радуйтесь, что зла не будет. Будет опять абсолютное добро. Весьма хорошо. Правильно. Еще одна маленькая деталь во всей этой картине. Вы знаете, Бог не будет с этим бороться. Когда на небе там возникла какая-то идея, борьба была очень короткая. Говорит, да, видел. Угу. Падал. Быстро падал. Очень. После долгой борьбы Творец не будет бороться. Он просто скажет, победит. Очень быстро. Достаточно, да? И мы молимся, извините меня, если мы молимся молитвой «Отче наш», чтобы воля Его была на земле, как и... А на небе как там, порядок? Там все хорошо. Никаких проблем. А как же там со злом? Бог есть свет, и нет в нем никакой. Там порядок. И мы просим, чтобы на земле было точно так, как и... А что, борьба будет? Или он придет и духом своих уст убьет? Это будет борьба? А идея борьбы какая была привлекательной? Да, длинная. Да. А на самом деле? Как идея вообще? А была же в голове? И было же вроде все понятно и логично. Но насколько это библейская идея? Не, не библейская. Я не представляю себе Творца, который вот борется и никак не может побороть свое творение. Всемогущий. Вездесущий Творец. Создатель. Ну, Творец это, он же Создатель по совместительству. Никак не может побороть. Может, не хочет? Не в нем дело? И еще раз только медленно, он творец. Он дает для всего время. Но не вопрос борьбы его добра со злом. Это не два равных противника. Когда мы говорим о борьбе, то подразумевается, что как минимум где-то равенство. Понятно, кто-то должен... Ну, превозмочь, но где-то они приблизительно равны. Чем дольше они сражаются, тем равнее силы, да? Уже если была превосходящая сила, то быстро бы победил. А если они долго этим занимаются, то вроде как бы приблизительно и равные силы. Как идея вообще? Мы просто не делаем логических выводов, к чему может привести нас эта идея. Какие следствия этой идеи? И как она сочетается с тем, что мы читаем в Писании? А идея же была хорошая. Вроде же все было точно, логично, стройно. Но при ближайшем рассмотрении получается не совсем так. Здесь все понятно. С мировоззрением более или менее разобрались. Когда мы говорим об установлении причинно-следственных связей, нужно понимать, что Бог их установил. И причинно-следственные связи очень простые. Он творец, а мы творение. Творение имеет ответственность перед Творцом за достижение цели, которую Он дал своему творению. Творец не творил следующим образом. Я вот сейчас как сделаю. Ух, смотри, что получилось. Что это такое?
А чем его делаю? Что это такое? Вот это вот я решил сотворить. И как сотворил, а теперь вот просто не знаю, для чего я это сделал. Похож я на Творца? Нет. Потому что Творец творил с определенной целью. Вторая часть. Кто-то может сказать, слушайте, ребята, мы не верим, что Бог есть. Ну, вы его видели? Знаете, это мне напоминает анекдот, когда Мария Ивановна проводит урок атеизма в школе, говорит, ну, дети, говорит, выгляните в окно, говорит. Видно там Бога? Говорит, не, не видно. Говорит, ну, может, он где-то прячется под партой, загляните под парту. Говорит, видно там Бога? Говорит, не, не видно. Говорит, ну, может, в портфелях у кого-то завалялся, спрячь, загляньте. Видно там Бога? Говорит, нет, не видно. Говорит, ну, понятно, что Бога нет, раз вы его не видите. Моня, понятно? Говорит, да, Мария Ивановна, можно я вопрос задам? Говорит, да. Говорит, дети, а кто-то мозги Марии Ивановны видел? Понятно, да? Ну, то есть, если не видно, то и нету. Но другая часть выглядит совсем. Все выглядит на самом деле по-другому. Скажите мне, пожалуйста, кто-то видел производителя этой штуки? Ничего, если я... Да. Кто-то видел производителя? А может, его нету? Должен быть почему? А, потому что существует. Это странно. То есть, творение доказывает о наличии Творца. А Библия на что говорит? Что невидимое его вечной силой божество через рассматривание чего? Видимы. Ну да, ну иногда надо читать первое послание к римлянам, тогда все будет понятно. О чем там на самом деле написано? Говорит, посмотрите вокруг. И о чем это вам говорит? О том, что есть Творец. И если есть Творец, а мы его творение, то он имеет цель для своего творения. Вторая часть, которая отсутствует в этом. Цель узнаваема и легко достижима. Цель узнаваема и легко достижима. Это очень важно. Потому что люди иногда говорят о некой тайне, сокрытом знании, доступным только очень избранным, путем долгого-долгого изучения, постижения, вы, может быть, приблизитесь к этой величайшей... Так, а Бог говорит, не-не-не. Когда вы читаете Писание, то оно говорит о тайне, открытой для вас. Но ныне чего? Открыто. Странно, правда? Он открыл. Поэтому вы легко можете ее узнать. И, соответственно, легко достигнуть. И первый шаг очень простой. Надо знать, что есть Творец. И если творение не старается узнать о наличии Творца, но оно понесет некоторое наказание за то, что он не соответствует тому, для чего оно создано. Нужны нам бесполезные вещи, которые не соответствуют цели, для которой мы их покупали. Выбрасываем. И нужно понимать, что было с первым миром. Когда творение извратило свой путь на земле, что произошло? Да. Но очень важная часть. Творение что сделало? Я только что использовал определенное выражение из 6 главы «извратило». Извращение – осознанное действие. Еще раз. Извращение – это осознанное действие. Вы не можете извратить, не зная стандарта. Необходим стандарт для того, чтобы сказать, что это извращение. Если нету стандарта, ну неизвестно, что это. Хорошо это или плохо, ну как? Как вы определите?
Критерия оценки нету. То есть для того, чтобы определить извращение, необходим стандарт. И он был дан человеку. Да? Закон совести, по которому будет судимо все творение. Это Римлянам 2 глава. Понятно, да? Правильное положение перед Богом, да? Сейчас не будем углубляться в эту часть, потому что она не такая простая, как может показаться. Поэтому мы спокойно идем дальше. Здесь все понятно. Творец творения, цель, ответственность творения перед Творцом. И Писание нам достаточно просто говорит о том, что все дадут ответ имеющему судить живых и все ответят. Понятно, да? Есть причина и будет следствие. И если творение не будет соответствовать своей цели, то, соответственно, понесет за это наказание. Здесь все понятно. Переходим ко второй части. Чистота и святость. Чистота и святость. Понятие чистоты неразрывно связано с Творцом. Понимать чистоту в отрыве от Творца не получается. Это будет гигиена. Писание говорит о некоторых других вещах, которые называются чистота и святость. Соответственно, появляется понятие и греха. Появляется понятие греха. Когда мы говорим о понятии грех, что мы подразумеваем? Что такое, чем его едят? Неисполнение Божьих заповедей. Отлично. То есть должна присутствовать заповедь. Закон. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, у Адама был закон? Какой? Хорошо. А у Каина был закон? Угу. Ну, подожди, а закон был? Я у декана ничего не спрашивал. А что он ему сказал? Да. А что это такое? Согласен. А где он запрещал убивать? Это я понял. В части тела написано. Где? В части тела. Когда? Прочитайте мне. Запрет на убийство, прочитайте. Он возникает только значительно позже. Прямой запрет на убийство возникает в завете Ноя. А до этого была тишина. Извините. Да? Откройте, пожалуйста. Итак, можете мне найти в Писании место, где Бог запрещает убийство до 9 главы? Тогда закона о том, что убивать нельзя, не было? Извини меня, пожалуйста.
А где был закон, что я должен следовать добру и не следовать злу? А, это другой закон. Еще раз. Услышьте правильный ответ. Закон совести. Это касалось Каина? Да, я спрашивал про кого? Про Каина. Ну, только что. Окей, стоп. Это важное представление, которое у нас есть. Скажите мне, пожалуйста, что значит вошел грех? Это интересная идея, причем не такая простая, как мне кажется. По крайней мере, существует четыре точки зрения в христианстве на то, что произошло во время первородного греха. Я все понимаю. Не-не-не. Последствия. Нас интересуют последствия всего этого дела. И только что прозвучали как раз слова о последствиях. Я правильно понимаю? И многие говорят об изменившейся природе. И что человек стал каким? Мертвым. Это хорошо. Еще что он стал каким? Грешным. А это значит, что грех вошел, и они потеряли силу властвовать над грехом. Я правильно понял? Да? То есть, поскольку Адам согрешил, то все человечество утратило силу властвовать над грехом, правильно. Поэтому еще раз прочитайте, что написано в 3 главе книги Бытия, когда Бог обращается к Каину. Что Бог говорит? Ну, тогда ваша теория несостоятельна. Если Бог повелевает Каину, что делать? Властвовать. Да, господство. Человек в состоянии? Да. А только что был нет. А только что был нет. Делающий грех есть раб греха. Делающий, а не делающий. Второе. Вы должны понимать для себя личную ответственность за совершенные поступки. Очень легко обвинить во всем Адама. А Адаму было достаточно просто. Знаете, кого обвинить? Ну, Адам просто сказал, ну, подумай, кто мне ее дал. Ну, так, несложный логический вывод сделай, кто мне вообще ее дал. Если бы ты не дал, сам понимаешь, я бы никогда. Поэтому, если ты мне ее дал, то кто теперь во всем виноват? Железная логика. Пришлось ответить за эту логику. Итак, один из важных моментов. Адам был сотворен не знающим смерти, но зависел от источника жизни. И, в общем-то, когда Бог сказал, что, наверное, ему не надо кушать от дерева жизни, смерть и смертность вошла в Адама в тот момент, когда он согрешил. И это тоже концепция смерти, которая отлична от общего принятого представления. Когда вы слушаете слово «смерть», вы думаете об окончании жизни. Но Библия нам говорит о вечной смерти и вечной жизни. Смерть вечна. Еще раз, смерть вечна. Смерть тела – это лишь переход либо в вечную смерть, либо в вечную жизнь. Мы, опять-таки, благодаря вот этой крайней правой колоночке, восприняли идею смерти как идею конца. Поскольку, ребята, материалисты отрицали существование духовного. Духовное отрицают, духов отрицают, душу отрицают. Следовательно, если тело умерло, все, конец. Вот откуда взялась идея.
Другие религии, они говорят об реинкарнации, о жизни после смерти. Арабы говорят о том, что их будет там, если правильно они умрут, то 70 девственниц их будет там встречать. Представляете разочарование, которое они испытают. Да? То есть множество идей, но все идеи, они говорят о продолжении жизни после смерти. В том или ином качестве. Только вот эти пацаны, материалисты, говорили, все, умер, все. Конец. Поэтому, в общем-то, идея отсюда пришла. Но поскольку преобладающее мировоззрение у нас было какое? Материалистическое, то и идея смерти была идеей конца. Смерть выглядит совсем по-другому. Смерть выглядит совсем по-другому. А как? Я вам подскажу, как выглядит смерть. Выйдите на улицу, и вы увидите достаточно большое количество мертвых людей. Там нету слова «духовно». Еще раз, очень внимательно. Читая Писание, мы можем узнать следующее. А вас, мертвых, по грехам и преступлениям вашим, Бог... А вас кого, извините меня? Там написано духовно мертвых или мертвых? Еще раз, там написано слово духовно мертвых. Писание говорит о том, что вот то называется как смерть. И то настоящая смерть. Мы придумали себе некоторое объяснение. Потому что настоящая смерть – это могила. Вот то настоящая фактическая смерть, а то же на самом деле не смерть, то переход. А смерть наступает от греха. Вот то наступает смерть. И когда мы разговариваем с людьми, и люди говорят, послушайте, так Адам же не умер, когда он согрешил. Жил? И долго? Так на самом деле умер-то. В тот день, когда согрешил. Писание нам четко говорит, смерть и смертность в тот день вошли в Адама. Он не духовно умер, он по-настоящему умер. Не понимаю. Хорошо. Мировоззрение. Еще раз объясняю. Есть понятие смерти и то, что вы в эти слова вкладываете. А? Окей? Когда мы говорим смерть, настоящая такая, фактическая, что вы себе представляете? Гроб, покойник, ну все нормально. Ну дальше мы можем дорисовывать. А Писание говорит, что вы были мертвы. Вы к себе как вообще относитесь, как к мертвецу? Нет, понятно, нет, живой, здоровый. А к народу, который ходит, не познавший Бога, мертвые, тоже же на мертвых не сильно похожи. Но Писание говорит, что эти люди мертвецы. Они мертвые. Почему? Разное понятие смерти. Смерть отделение от Бога или могила. Они отделены от Бога, следовательно, они мертвы. И когда они умрут, они вечно будут что? И это смерть вторая. Все стало на место? Все понятно, да? То есть, когда мы говорим о смерти, с точки зрения Писания, прежде всего она описывает отделение от Творца, прекращение взаимоотношений с Творцом. Притча о блудном сыне. Когда он возвращается, папа говорит, был мертвым, пропадал и... Понятно, да, о чем мы говорим? То есть он его определяет как мертвого. Для него он был мертвым. Он ушел, и отец о нем ничего не знал. Какой он был? Мертвым. Невозможность взаимоотношений. Вот это мертвость. Понятно, да? Итак,
природа Адама изменилась. Он был не знающим смерти, но после грехопадения смерть и смертность вошла в его тело. Его жизнь, его тело. Она вошла. И все его потомки, они наследуют смертную природу. Но они не наследуют обязательство грешить. Понятно, да? Они не наследуют обязательство грешить. Они наследуют ответственность познать Творца. Их цель – познать Творца. И если они не хотят его познавать, вот тогда по-настоящему придется отвечать. А если не желают познать Творца, они, в общем-то, не обязаны грешить совсем. И основной грех какой? Не веря в него. Основной это грех. Все происходит из-за того, что люди не верят в Творца. И посланного им Мессии. Друг мой, понимаешь, в чем дело? Если бы ты гулял с Богом каждый день в прохладе дня и общался, тебе бы не надо было сильно напрягаться с верой. Еще раз. Может быть, все-таки непослушание? Да, вот это мне каждый раз мне так это греет душу. Вот этого не надо было говорить. Понятно, да? Итак, Адам был ответственен за то, чтобы возделывать сад и его, что делать? Охранять. Там много интересного, но сегодня давайте мы сосредоточимся на другом. Понятие смерти понятно, ответственности понятно. Теперь, добро и зло понятно. Кто определил? Бог. Вот нормально. Вложив в человека закон какой? Совести. Когда он его вложил? При сотворении. Послушайте, у домашних животных совести нету. Непонятно. Точно, я да. А вы им говорите, ты совесть имеешь? Так вот, не имею. Не имею, все хорошо. Только человек имеет совесть. Все остальные, извините меня, бессовестные. Да, не имеют совести. Поэтому у некоторых даже сожженные. Еще раз. Совесть – понятие абсолютное, не относительное. Просто у некоторых она какая? Сожженная. То есть они уже спалили ту, которая была нормальной. Изначально она была хорошей совестью. Просто ее уже, ну, там сожгли. Понятно, да? И идет речь уже о том, что там один пепел. Поэтому она у них другая, чем у всех остальных. Ясно, да? Здесь все понятно пока. Итак, понятие чистоты и святости неразрывно связано с Богом. Понятие отделения неразрывно связано с Богом. Бог тот, который отделяет. Бог тот, который отделил свет от тьмы. Кстати, вы знаете, что Бог создал тьму? Что? Я, наверное, еще раз скажу. Бог создал тьму. Чтобы у вас уже не оставалось никаких сомнений, сейчас, одну секундочку.
Если мне не изменяет память, нам необходимо открыть Исаию 45 главу. Седьмой стих. Что написано? Все нормально? Кто создал? Аминь, сестра. Итак, опять очень важный момент. Очень важный момент. В достаточно многих системах мировоззрения тьма и свет – два противоположных начала и имеют разных создателей. Еще раз. В различных системах тьма и свет – это два противоположных начала, имеющих разных создателей. А Библия говорит о том, что который создал и свет, и тьму. Да. А, какая проблема? Нету ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? А дальше знаете, что написано? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на свои грехи. Матч Иеремии, прочитайте, там хорошо написано. Читали? Ну, вот еще раз прочитайте. Итак, понятно, да? Бог отделяет. Бог отделяет свет от тьмы. Он произвел то и другое и отделил одно от другого. Бог отделяет праздники от будней. Чистое от святое, от несвятого или грешного. Бог тот, кто проводит разделение и говорит, это хорошо, а это плохо. Он отделяющий Бог. И он Бог отделенный или святой. Святой, чистый и непорочен. И ничто нечистое не может прийти в его присутствие. Дальше. Важно понимать, что такое чистота, что такое святость и в чем между ними разница. У вас какие-то идеи на эту тему есть? Вот ведь тишина. Да, да, это хорошо. И в чем разница? Чистота нашей святости. О, хорошо. Да, это хорошо. В чем разница, я спросил? У вас есть 5 минут? Да. Я вам сейчас дам микрофон, и вы ее выскажете. У меня такая мысль пришла, что святость – это отделенность. Это не всегда чистое, а это как факт. Чистота – это факт. Это уже… я имею в виду, что святость как отделение от чего-то, как предназначение, да. Святость – это как отделить для чего-то. А чистота – это не всегда отдельно. Да, это качество уже как качество чего-то. То есть в этом хорошо. Устраивает всех такое рабочее определение? Нет. Нет. А почему? Я не сравниваю, я спрашиваю, чем отличается? Потому что, извините меня, у вас есть некий процесс в жизни, который называется чистота и очищение, и святость и освящение.
Это два процесса, которые должны происходить в вашей жизни. Вы должны хранить чистоту. Должны. Если вы запачкались, вы должны очиститься. Вы должны хранить святость и освящаться. Святой да освящается еще. Этот процесс в вашей жизни, как новозаветного верующего, должен происходить. Я не спрашиваю пока, кто чем занимается. Я спрашиваю, должно ли это происходить в вашей жизни. Если это должно происходить в вашей жизни, а вы, извините меня, не можете описать эти два процесса, потому что следующий вопрос я задам, кто отвечает за эти процессы в вашей жизни, то существует некая проблема для вас, если вы не можете ответить на вопрос. Можете ли вы осуществлять эти процессы в своей жизни? Очищение. Вы можете себя очистить. Я еще раз задам вопрос, как я его задал. Вы можете себя очистить? Да. Я вас предупреждал сразу, что как только мы говорим о понятии чистоты в отрыве от Бога, это все превращается в гигиену. Мы сейчас про гигиену поговорим? Я не возражаю. Мы сейчас про гигиену? Что? Хорошо, окей. Не буду вас долго мучить, я объясню разницу в этих двух процессах. Понятие чистоты, в общем-то, на примере понятия гигиены достаточно просто проиллюстрировать. Достаточно просто проиллюстрировать. Дело в том, что вы периодически пачкаете свою одежду. Да? Это, ну, правда. И есть определенные критерии оценки чистоты вашей одежды, после чего вы ее отправляете, извините меня, в стирку. Я знаю, как это происходит у братьев, я не знаю, как это происходит у сестер. Обычно берутся рубаха, смотрится на воротник или на манжет и принимается решение. Уже или еще можно разок. Некоторые нюхают, как вы поняли. Можно, иногда сестры подсказывают, потому что они нюхают. То есть, ну, иногда вы не видите этого, иногда вам кто-то должен подсказать, да? Особенно приятно, когда вы очень так хорошо оделись, что-то белое, чистое, вам надо выходить на сцену, и кто-то перед выходом говорит, сзади ты испачкался. Ну, я по себе знаю, все, что происходит, это ты думаешь, как бы тебе не повернуться спиной к аудитории. Больше ни о чем мысли нету при этом. Итак, понятно, о чем я говорю? Есть несколько, в общем-то, источников знания о том, что одежда пришла в некоторое состояние, когда уже пора. Понятно, да? И когда вы понимаете, что уже пора, вы включаете процесс очищения. Она, кстати, сама себя может очистить? Одежда. Нет, она нуждается в том, чтобы вы это сделали. Извините, вы сами себя, простите, извините, очистить тоже. Потому что Иешуа, он кроплением крови очищает вашу совесть от порочных дел и от порочных мыслей. Кто очищает? Не вы! А идеи какие были по поводу нашей ответственности в этом случае? Я просто, ну, как бы дал вам возможность немножко развить это, ну, понятно, что не в ту сторону мы пошли. Мы не можем себя очистить. Мы нуждаемся в том, чтобы Он очистил нас. Все, что мы можем в этом процессе, вы меня простите, прийти к Нему и попросить Его
вы себя не крапляете кровью. У вас нету права прийти и взять его кровь и на себя побрызгать. Это понятно? Вы можете прийти к нему и попросить его, чтобы он вас очистил. И, к сожалению, мы достаточно часто поступаем так, как мы поступаем с рубахами. Мы определяем степень допустимой нечистоты. Извините, он Бог Абсолюта. Для него понятие нечистоты – абсолютное понятие, и нету степени у этого. Поэтому, когда вы согрешили, все же вы можете быстро бежать к нему и просить, чтобы он вас очистил. И это постоянное мероприятие или периодическое? Что да? Еще раз. Постоянно? То есть вы постоянно стираете свою одежду? Постоянно? Я прошу прощения. Значит, периодически. В этом смысле существует период между тем, когда вы ее постирали и запачкали. Ну, у кого-то период... Такое впечатление, что этот период просто очень короткий. Но все равно он периодический, да, то есть нету смысла постоянно и непрерывно это все дело стирать. Все равно есть период, когда вы чистые, и потом какой-то период, когда стирается. Окей. То есть процесс периодический, он не постоянный, в отличие от святости. Святость – процесс постоянный. Вы постоянно должны быть отделенными для Бога. И извините, это ваша ответственность, в которой Дух Святой вам помогает. Разница, понятно? Постоянная и периодично. Постоянно – это ваша ответственность, в которой Дух Святой вам помогает. Будет помогать. Очищение вы только можете прийти и просить о нем. И Иешуа очистит вас. Когда вы не справитесь с тем, что вы отделены. Когда отделение постоянно не получается, тогда вы будете запачканы. А когда вы запачкаетесь, вы должны прийти к тому, кто вас очистит. Я объяснил разницу? Что? Запутано? Я объяснил разницу? Понятно, где ваша ответственность, а где, ну, вы ничего сделать не можете. Понятно, нет? Бог очищает. Это не ответственность, это нужда. Знаете, я вам скажу, когда-то я присутствовал, когда мой пастор говорит, меня часто спрашивают, можно ли грешить? Он говорит, и я отвечаю, можно. Грешить можно, только умрете. Вы можете не приходить за очищением. Только знаете, чем закончится? Да? Это ваша нужда. Это то, в чем нуждаемся мы. В очищении. Это понятно? Это не тяжкая обязанность. Это не ответственность. Это вопиющая нужда. Потому что никто нечистый не может прийти. Пророк Исаия написано, что будет путь новый. Знаете, и нечистый, он не сможет стоять на этом пути. И даже неопытный, он там
не заблудится. И если у вас нет желания или нужды в очищении, то вы просто не сможете стоять на пути спасения. Потому что нечистый там не ходит. Когда мы исповедуем перед братьями, я пытаюсь понять логику перед братьями. Согласен. Откройте, пожалуйста, первое послание апостола Иоанна, 1 главу, 7 стих. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 7 стих. Что там написано? Если ходим во свете, да? Это если ходим, а если нет, то дальше не работает, да? То есть, имеем общение, когда во свете. Когда во свете, что происходит? Мы имеем общение, и тогда... Интересно, с кем мы имеем общение? Почему здесь братья? Братья имеют значение? Здесь написано, что да, да? Потому что если... все это в смысле сестры. Сестры. Итак, еще раз только медленно. Если ходим во свете, то что? Отлично. Друг с другом. А если не ходим? Свидетельство хождения во свете какое? Откровение? Глубокие. Нет. А какое свидетельство хождения во свете? Имеем? Что? А если нет общения, то не ходим во свете. А если ходим во свете, еще раз, там пока ничего не говорится. Говорится об общении. Причем там очень интересное слово употребляется, греческое, канония, обмен жизнью. Это не просто поговорить. Это обмен жизнью. Это участие в чужой жизни. И если это есть в вашей жизни, то написано, что кровь Иисуса Христа . Да, это хороший вопрос. Для того, чтобы вам ответить на вопрос, что такое ходить во свете, проще вас спросить, а что значит ходить во тьме? Чего это? Окей, хорошо. Проблема заключается в ниже следующем. Вы определяете по некоторым поступкам состояние человека. Давайте представим себе такую картину. Вы знаете, есть неверующие люди, которые себя ведут более достойно, чем верующие. Они, извините меня, во свете находятся или во тьме? Подождите, это же нечестно. Значит, те, которые верующие, неважно, как они ведут, они находятся во свете. А те, которые неверующие, неважно, как они себя ведут, они находятся во тьме. Вы объективно смотрите на эти вещи? Субъективно. Это же нечестно тогда получается. То есть, если он наш верующий, то во свете, конечно. А если он не наш, то уже понятно, что он... Да. О чем мы? Не буду вас томить. Выражение «ходить во тьме» и «ходить во свете», в общем-то, они имеют историю библейскую, опять-таки, неким странным образом связанные с иудеями, потому что в истории нашего народа были периоды, которые названы периоды сокрытия лица. А соответственно, мы молимся, чтобы Бог
что сделал? Озарил нас светом своего лица. Если он нас озарит светом своего лица, то мы будем в чем? Во свете. А если он сокроет лицо, то где мы будем? Во тьме. И эти периоды, они характерны вот чем. Люди перестают понимать происходящее вокруг них события. Они не ориентируются, что происходит рядом с ними. Пример очень простой. Вы ходили когда-нибудь в лес на ночевку? Жгли там костры? И там, за вашей спиной, в темноте, вдруг какой-то звук. Что вам в голову лезло, я даже вас спрашивать не буду. Да? Вы что-то себе представляли? Но когда пришел туда свет, то, что вы представляли, было похоже на то, что вы увидели? Нет. А всегда бывает, что похоже, да? Иногда, что вы себе представляли? Кто-то ломится и кто-то ломился. Я понял. Хорошо. Зачастую наше представление далеко от реальности. Когда-то меня пригласили читать семинар в Бердичев. И семинар проходил в лесу. Палатка. И вот меня поселили в палатке. Одноместная хорошая такая палатка. И я пошел ночью спать. Я уже почти засыпал. Вдруг вот это, ну, то, что палатка, вот это, тихонько, аккуратно, не на голову. Я говорю, кто там? Ну, я так по палатке, бум, ну, все, как бы нормально. Я опять повернулся. Я уже начал немножко раздражаться. Ну, понятно, так продолжалось достаточно долго, пока я уже не психанул и не вылез из палатки. Ну, в голову лезли всякие мысли. Но точно мне не пришла счастливая мысль в голову, что это просто тент сверху от палатки, с одной стороны, был не привязан. Понятно, да? То есть, мы неправильно оцениваем происходящее вокруг нас события. Почему? Потому что мы находимся в темноте. Таким образом, когда человек верит в удачу, в случай, в совпадение, надеется на других людей, полагает свою надежду на людей, он находится, знаете где? Во тьме. Почему? Потому что он неправильно оценивает все происходящее. Потому что все, что происходит, оно зависит только от Творца. И когда человек неправильно понимает, как устроен мир, что все зависит от Творца, он находится. При этом, поверьте, неважно, как он себя ведет. Хорошо, очень хорошо, примерный он, а образец для подражания, он находится в этом. Если Бог пришел в вашу жизнь и осветил светом своего лица, и вы познали Его как своего Господа и Спасителя, приняли жертву Иешуа Мессии, и вы узнали, как мир устроен, и вы находитесь. При этом, к сожалению, бывает. Бывает, да? Но учтите, что ваша природа изменилась. И даже если вы согрешаете, существует некая проблема теперь у вас. Неверующие люди, они планируют грех, совершают его и получают удовольствие. Вы можете спланировать грех. Вы можете даже его совершить. С удовольствием будет проблема. Потому что для вас останется некое страшное ожидание суда вместо удовольствия. Я был отступником, я понимаю, о чем я говорю.
Потому что я грешил, и я точно знал, скоро начнется. И я только думал, когда. У меня основная мысль была, когда. Я был неверующим, я не боялся летать на самолетах. Но когда я стал отступником, я начал панически бояться летать на самолетах, потому что я думал, что вот час начнется, он не приземлится. Я не шучу. Я ожидал, когда Бог начнет судиться со мной. Поверьте, никакого удовольствия нет. Страшно, да. Поэтому Писание говорит, что для верующих уже не удовольствие, а остается некое страшное ожидание суда. Разницу ощущаете? Потому что вы узнали, что есть свет. Как устроен этот мир? Понятно, да? Разница понятна? Почему даже хорошие люди, которые не познали Бога, живут во тьме? И почему не очень примерные верующие все-таки находятся? Но когда вы начинаете полагаться на удачу, связи, свои собственные силы, знаете, что вы начинаете потихоньку уходить от света. Понятно? А если вы во свете, то вы знаете, Давид писал: к святым и праведным, которые на земле, стремление мое. Понятно, да? Понятно, при чем здесь, братья? Я ответил на ваш вопрос о простой вещи. Вы естественным образом будете открывать свою жизнь, а следовательно и исповедоваться. А там не написано, что вам обязательно это делать. А там написано, что обязательно должен делать. Вам обязательно. Какие? Я вам помогу с ответом. Хотите? Помочь вам с ответом? Придите, пожалуйста, к вашему раввину, он вам даст ответ. Какие грехи обязательно исповедуют и перед кем? Он вам даст ответ, не переживайте. У него он есть. Сейчас не надо об этом думать. Это домашнее задание. Размышлять будете дома. Итак, понятен? Ответ мой понятен? Послушайте, на самом деле я не буду препарировать сейчас разновидности грехов и определять, какие перед кем вам надо исповедовать. Важно, что вы должны находиться где? Во свете. И тогда вы будете иметь общение друг с другом, тогда вы будете открывать свои грехи. И я вам даже больше скажу. Когда вы будете их скрывать, то братья будут помогать вам открывать. Когда мы находимся в общении, некоторые братья нам помогают увидеть то, чего мы не видим. И тогда у нас есть возможность в этом покаяться. Вот поэтому и надо общение. Поэтому основная часть – имейте общение. Дальше будем разбираться. Понятна связь между чистотой и святостью. Понятно. Хорошо. Теперь мы можем постепенно идти дальше. Не буду вас долго напрягать тем, что единственным источником знания и основанием для нашего спасения является откровение, которое дано нам в Его Слове. И Слово Божье, оно живо и действенно, да? И не разделено на две части, как это есть в вашей книге. Некоторые люди считают, что это две различные книги. Одна очень хорошая, ну а вторая уже время ее закончилось. И поэтому, в общем-то, отношение к ней совсем другое. Понятно, да? Okay. Ну,
мне условно надо было взять ее. Какая часть в моей руке? Бритханыша. А вот это? О, спасибо. Да, ну вы пропустили писание. Пропустили? Хорошо, ничего страшного. Понятно, да? Очень путает выражение Ветхий Завет. А, очень путает. Потому что если мы вспомним теорию нашу о заветах, то мы узнаем, что Первый Завет был завет такой. Первый Завет, который заключил Бог. Ноя, спасибо. Ну, есть еще мнение о том, что был завет Адама. Это мое личное дело. Но тогда завет Авраама был по отношению к завету Ноя каким? Новым, а тот, соответственно, был уже каким-то, ну, точно не новым. Да, завет Синая был. Дальше. Все понятно, да? То есть каждый следующий завет был новым по отношению к предыдущему. Отлично. Но учтите, что завет Ноя до сегодняшнего дня, несмотря на свою ветхость, завет Авраама, как это ни странно, до сегодняшнего дня, на то, что он, ну, посвежее, конечно, чем завет Ноя, скажем так, завет Авраама не в обрезании сила, понимаете, в чем дело. Может быть, красота, но не сила. Вопрос в чем? Откуда мы знаем, что завет Авраама до сегодняшнего дня действует? Можно немножко поточнее. Ну, отлично. Дабы принять вам обещанного духа веры. Приняли обещанного духа? Ну, извините. Значит, он что? Работает. Ну, это приблизительно как с радугой. Ясно, да? Земля – это отдельная песня. Поэтому мы знаем. Дальше. С Синаем несколько ситуаций сложнее. Невозможно выполнить. Завет Синай невозможно выполнить. На сегодняшний день. Нет храма. Даже если храм бы был, нет жертвенника. То есть халабуду можно построить. С жертвенником несколько сложнее. Со святым святые. Ковчег. Там есть целая куча. С левитами есть некоторые сложности. Но на сегодняшний день, короче, пока не получается. Пока. То есть этот завет на сегодняшний день не исполним. Нельзя соответствовать условиям этого завета. Вот здесь есть сложности. С заветом Ноаха нету проблем. С заветом Авраама нету проблем. А вот с заветом Синаем есть проблемы. Потому что есть у нас новый завет, который был дан нам через пророков и исполнен в Иешуа Мессии. Здесь понятно? Отлично. Таким образом, отношение к той части книги, которая называется Ветхий Завет, не совсем правильно. Потому что та часть книги описывает некую историю от сотворения до потопа и от потопа, в общем-то, несколько дальше. Описывает. Ну, то есть историю прошлого. Она содержит в себе пророчества, которые были исполнены. Содержит. Но точно так же она содержит часть пророчеств, которые будут исполнены в будущем. Содержит? Содержит. Отлично. Если мы посмотрим Брит Хадаша, мы увидим историю прошлого. Увидим? Увидим историю, которая была в прошлом? Мы увидим пророчество, которое исполнилось. Но мы увидим точно так же пророчество, которое предстоит. Извините, а принципиально тогда чем
одна часть отличается от другой. Еще раз. Прошлое, исполнившееся пророчество и которым надлежит исполниться. И там, и там. И то является словом Творца, обращенным к творению. В чем разница? Шо-шо-шо? Еще раз только медленно повторите. Откройте, пожалуйста, Матфея, 5 главу. Эта часть будет касаться нашего мировоззрения. Прочитайте, пожалуйста, еще раз текст. 5.17. Отлично. Дальше. Не одна черта. Да. Здесь проблема, знаете, в чем заключается? Ну, очень трудно понять этот стих. Или вы понимаете? Нет, я вам задал вопрос. Вы понимаете, что здесь написано? А, да, именно так, как пишется. Понятно, что там написано? Там говорится о законе. Ничего не изменится. Вы исполняете закон? Так ничего же не должно меняться, пока не исполнится все. Уже все исполнилось? Там говорится про закон. Или я неправильно читаю? Очень интересное место писания. В общем-то, для мессианских верующих неплохо было бы разобраться с этим местом писания, потому что оно говорит о неком отношении к закону. Но прежде чем разбираться с этим местом писания, я хотел бы обратить ваше внимание на слово «закон». Здесь это слово, в общем-то, греческое. И вы думаете в рамках этого греческого слова. Еще раз, только медленно. Вы думаете в рамках греческого слова «номос», которое переведено, в общем-то, достаточно корректно и правильно, на русский язык, словом «закон». Все правильно. Никаких проблем с этим нет. Проблема только в том, что по всей Септуагинте, это перевод 70, по преданию 70 мудрецов за 70 дней, Александра привели Танах на греческий. И этот перевод назван Септуагинтом. Понятно, да? Вот всегда слово «Тора» было переведено словом «Номос». Всегда слово «Тора» было переведено словом «Номос» – «закон». Но в оригинальном тексте стоит слово, как вы догадываетесь, какое? «Тора». Спасибо большое. Проблема только заключается в том, что «Тора» – это не только закон, но еще и учение. Тора – это не только закон, но еще и учение. Смысл слова «Тора» несколько шире, чем смысл слова «номос» или «закон». Разницу чувствуете? Когда-то меня удивило выражение «Тора этого раввина» или «Тора другого раввина». В моем представлении Тора была всегда одна. А у евреев, извините меня, учений много. Но учение это что? Тора. И поэтому у них в голове нет никакого конфликта между Торой этого раввина и Торой этого раввина. Это понятно? Теперь наше понимание стало несколько шире. И мы справедливо можем читать слово «Тора» в этом месте Писания. Вот справедливо.
И мы можем переводить тогда не только закон, но и учение. Давайте попробуем прочитать еще раз, только поставим вместо слова закон учение. Что у нас получится? Он говорит, есть некое учение, которое дано нам в Танахе, и о котором, в общем-то, в Танахе говорили пророки. Учение об искуплении, о приходе Машеха. Есть некое учение? Есть. И он говорит, вы знаете, я пришел не для того, чтобы нарушить их, но я пришел для того, чтобы все пророчества Танаха и учения, оно что сделано? Исполнилось. Читаем дальше. Он говорит, послушайте, ребята, учение неизменно до тех пор, пока оно не исполнится. Ничего не изменится, пока не исполнится. Да, но оно закончилось. Он еще должен прийти еще один раз. Ну, тогда все закончится. А до тех пор, пока не закончилось, ничего что-то не изменилось. Да. А, несколько по-другому, по-моему, текст воспринимается. Чуть-чуть по-другому, да? Легче стало его воспринимать. Еще раз. Несколько проще читать этот текст стало. Если мы изменили слово «номос» на слово «тора». Греческое мышление в этом случае нас опять немножко подвело. Понятно, да? Понятно. Просто попробуйте поразмышлять над этим текстом, используя слово «тора». Как учение. Учение, изложенное в Танахе, в Торе, в Писании, в пророках. Учение об искуплении, учение об эсхатологической картине, которая нас ожидает. Послушайте, там впереди еще кое-что нас ждет. И пока это все не исполнится, с неба и с землей будет все в порядке. А вот когда исполнится все, извините, некоторые проблемы и с землей будут, и с небом тоже. Потому что будет новая земля и новое небо. А пока не исполнится, и с землей, и с неба все будет хорошо. А когда исполнится, все, закончится период неба и земли, которая будет. Понятно, да? Совсем по-другому выглядит это все. Понятно, почему я остановился? Опять, это пример греческого понимания текста. Вот и все. Но нужно отойти немножко от греческого понимания текста и прийти к иудейскому пониманию некоторых слов, которые используются в данном случае. Потому что я сильно сомневаюсь, что Иешуа говорил на греческом языке. Меня терзает смутное сомнение. Мне кажется, что все-таки он использовал в данном месте слова Тора. Понятно, да? Легче стало? Ну, слава Богу, хорошо. Становится где-то на места. Да, потому что слово «номос», оно имеет жесткое, однозначное значение. И в вашей голове оно точно привязано к закону Моисея. Но даже номос не всегда привязан к закону Моисея. Откройте Римлянам 4 главу, 15 стих. Римлянам 4 глава, 15 стих. Что написано?
И теперь 5 главу, 13 стих. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете это местописание? О каком законе идет речь? О каком законе идет речь? О каком законе идет речь? Моисеев. И еще какой вариант? О Торе, как учении кого? Моисея. Спасибо. Понятно, что это ничего общего с текстом не имеет. Ну, понятно, что читая, вы видите, что нету ни осуждения, ни наказания. Но читая Библию, мы знаем о том, что Адам, извините меня, был. А вы знаете, что Каин был тоже? А вы знаете, что поколение Ноя было тоже? Но это все произошло до получения. Понятно, что идет речь о неком другом законе. Отлично, вот закон о Моисее. Ну, вспоминаем про первую главу послания апостола Павла к римлянам. От сотворения видимы. И вторую главу, что все будут судимы по закону. Отгадайте из трех раз, о каком законе идет речь. О законе совести, который был дарован с момента сотворения. А тогда прочитайте еще раз, и картинка сложится. Еще раз, 4.15. Ага, а где нету закона совести? Нигде, значит, все было на своих местах. Было и, извините меня, было преступление. Еще раз прочитайте. А было преступление. Потому что не было времени, когда не было закона. Не существовало времени, где не было бы закона. Закон был с момента сотворения. И поэтому, в общем-то, было и, извините меня, преступление. В 5 глава 13 стих. А такого момента, извините меня, не было. Соответственно, и оно было вменено. Без вариантов. Теперь понятно, что без вариантов. А так было вроде как бы до закона Моисея, было еще туда-сюда, а вот потом наступила торба. Шанс. Не было. Закон был. Понятно? Понятно, что иногда с нами делает вообще восприятие слова закон в преломлении только к закону Синая. Закон совести был с момента сотворения человека. Все. Да, у некоторых совесть сгорела. Да. Это не я говорю, Писание. Итак, понятно? Отойдите немножко от буквального приравнивания закон и закон Моше. Второй момент, который нужно учитывать. Когда вы общаетесь с иудеями, слово Тора ими воспринимается не так, как вами. Она воспринимается как устная и письменная Тора. Когда евреи хотят сказать о письменной Торе, они говорят хумаш. Поэтому в общении вы должны понимать, что имеется в виду под словом Тора. Итак, мы можем в общем смысле сказать на всю Библию, что это Тора. Но мы можем обозначить только пятикнижие Моисея слово Тора. Мы можем сказать Писание как часть Танаха, можем сказать на всю Библию, что это Писание. Я использую слово «писание», Тора мы уже прошли. Понятно, да? То есть вам лучше уточнить при общении, что имеется в виду под словом Тора, под словом Писание, что вы подразумеваете. Потому что в различных
общения могут подразумеваться абсолютно разные вещи. Понятно, да? Значит, сегодня мы просмотрели вопросы мировоззрения, вопросы устройства мира, что такое смерть, что такое чистота, что такое святость. Затронули вопрос очень поверхностно греха, очищения и освящения, да? Да? Мы заложили некий фундамент, куда мы идем завтра, дальше. Советовал бы вам просмотреть предыдущие уроки по основам, там более подробно разбиралось то, о чем мы сегодня говорили поверхностно. Мы просто освежали для тех, кто был, и закладывали некий фундамент для тех, кто слушал это первый раз. Вопросы, ответы, предложения, пожелания будут завтра с утра при выполненном домашнем задании.